что выступают коммунисты Владивостока и Приморского края? Коммунисты Владивостока и Приморского края выступают за бюджет в интересах жителей края и города Владивостока. Бюджет Приморского края на 2021 год составляет порядка 139 миллиардов. Из них в виде налогов Приморский край оставляет себе 94 миллиарда. Остальное это дотации и субсидии с федерального бюджета. Бюджет города Владивостока на 2021 год составляет порядка 20 миллиардов рублей. Из них в виде налогов Владивосток оставляет у себя 10 миллиардов рублей. Остальное это дотации из федерального и краевого бюджета. Но если мы посмотрим статистику собранных налогов за 2020 год, то мы получим, что Владивосток в виде налогов собрал от 60 до 70 миллиардов рублей. И если дальше почитаем, то получим, что Владивосток оставляет у себя в виде налогов не больше 10-20%, что не является правильным. Уже не говоря о том, что как формируется и на что направляются эти средства. Коммунисты выступают против того, чтобы большая часть налогов, собранных в Приморском крае и Владивостоке, шли на содержание Москвы и федеральных чиновников. Коммунисты выступают за то, чтобы большая часть налогов вставала здесь в край и в городе Владивостоке.